Да, или Первая мировая. После войны. После которой войны? Скрипку мел русскую, хорошая скрипка, то после блокады нашел под колехатым вогнище и отламки и скрипки спаленные. Я чуть не плакал по скрипке, тоже хорошая была скрипка. Елена, знаешь, что надо потревожить, как посадить на фоне дверей. Там голова белая, и это дело. Я не заявление подаю, чем более глубоким. У Витебск слабо ездили, але ездили. А. Тут на месте. Ну. Свадьбы, наверное. Свадьбы, да? Веселье. Веселье гуляли. Як? Веселье. На весельях. Ну, было время это, веселье. Люди некоторые, баяна, этой гармонику не любишь, смычковую. Ну, вот тогда нас. А некоторые любишь, это, как по-нашему, мужицкую гармонь. Ну, решті на гармоніку. А з ким? З гуляльних. Як? З ким разом ви іграли? З ким? Перших годів брат старший на скрипці грав, середній на цимбалах, а мені забили собаку, вирубили бубін. І я, як меншак, гэта у бубін біў. Ну, але як паглядзеў, бубін гэта такое дзела. Я, брат, ад бубіна адказаўся. Тут сусед узяўся. Ну, а я тады на скрипці. А колькі братоў было ў вас? Як? Братоў колькі было? Колькі братоў? Браты три у меня. И все играли? Все играли? Не, один не играл, 20-летний помер. Ну все, не будем ожидать. Деревня большая, и тут жнива, жнеек много. Ну вот танцы на нашем по надворку. Как только вечер, после работы танцы. Ну а брат, ты выходишь, и я с бубеном, мы им играем. А раньше, наверное, большая деревня была, да? Деревня великая у нас была, вёска была великая ранее. Вот. Молодежи было много, весело. Рассказываю, как купаться на озеро ходил, сколько народу. Сейчас у нас, а там, говорю, что весь берег занятый. А наша деревня богатая, жнеек каля 200 было. Ну, да. Ткачихи, напевно. И ткачихи были у вас. Ткачихи тоже были у нас. Ткали кросс. Ткали кроснами. На кроснах ткали. Ну нормально. Задумали. Качихи были на кроснах ткали у нас. Да. Да? Ну и может больше. Да. Это что, тоже свои работы. Это покрыто. Ну это тоже не. Еще тут вот у этой вакуумности семена пипалоса не вот. Всего доброго вам. Великий дякую. Я теперь был понюшил, уродевший, что. Руку можу отнімець, але дякую Богу, тут в мазі доктори стали лепіць, так що ще може сыграю. Крепіцесь, і тоді у нас скрипка є, я прив'язу скрипку, і тоді ви на скрипочці сыграєте, а ми вашу музику запишемо.
Ну. Это будет внукам на память добра. Это ж музыка уникальна. Я в 54-м году тут працювала. Так я помню, як ви грали там з Філіпчиками з этими. Я не на цимбалах, а ви на скрипочці. Да, вот. Да. Так що треба возобновити эту справу, правда? Дякую велике. Ніна Владимировна. Ніна Владимировна. Це було нароблено много. Доставить ей гипсу. Поеду. В этом году тоже. И получилось, что задумка не полностью выложить мозаику, ей там вот именно, и она уже и фантазию, все, я уже придумал, что... Ну, так...